Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Amazing RP на телефон. Я уже делал подобный видеоролик, он тогда набрал что-то 1500 просмотров, по-моему, и продолжает набирать до сих пор, то есть людям вся эта тема с Amazing RP на телефон интересна. Если честно, я даже не знаю, сколько вообще там онлайн на всем этом Amazing RP, кто там вообще играет, какие там люди в самом деле. То есть я знаю, что Black Rush это на телефоне топ-1, и допустим какой-нибудь там, я не знаю, Радмир КРМП, это вот, знаете ли, на компьютере, и типа и все. И больше я каких-то проектов не знаю, что такое Amazing RP, я вот даже особо сильно не представляю. Я помню, что там у основателя выходят какие-то треки, вот эти вот его непонятные, какие-то хуй пойми чё, зачем он это вообще делает, зачем он вообще все это поет. Но, разумеется, кто я такой, чтобы решать там, знаете, петь человеку или нет, наверное, ему как-то вот виднее или там, я не знаю, не виднее, фиг знает, я не знаю, без понятия абсолютно. Но сегодня вышла новость, получается, как знаете, масло масляное, только новая новость, которую сегодня мы с вами, кто мы-то, я обсужу, и вы такие типа посмотрите, скажете, ну да, звучит правдеподобно, я всему этому верю, молодец, красава, что там вообще вышло? На странице руководителя крупного КРМП проекта Amazing Roleplay засветилась вот такая картина. Походу нас в скором времени ожидает Amazing Mobile, или Amazing RP на телефон, Amazing Android, там, я не знаю, Amazing Roleplay Mobile и так далее. Я еще даже, знаете ли, без понятия, как я назову данный видеоролик, но, наверное, я там что-нибудь придумаю интересное, такое, знаете, смешное, чтобы люди зашли такие, типа, а, Amazing, получается? Ну, Amazing, да, мы такой, знаете ли, проект, сервер знаем, и, наверное, вот главное, чтобы Amazing RP на моем канале не стал как такой, знаете, что ли, Радмир Мобайл, потому что по Радмир Мобайлу уже там тоже роликов выходит миллиарды буквально. Типа, ты сидишь такой, думаешь, блин, а чё роликов-то так много выходит по тем или иным вот этим вот проектам, при том, что новости, по сути, дублируют друг друга, и изредка можно найти какую-то такую, знаете ли, талику новой информации во всем этом Amazing Roleplay Mobile. Разумеется, сейчас пошел такой, знаете, тренд, что вот эти вот все компьютерные GTA КРМП проекты, они смотрят на успех Black Rush и смотрят на то, сколько вообще там денег крутится, и говорят, мы хотим так же, мы хотим то же самое. Или там, допустим, их игроки такие, типа, чуваки, вот вы меня заебали, я играю на компьютере только дома, а я хочу играть еще и там, знаете, на уроках с телефона. Типа, я вот так хочу делать. Почему вы мне такое не предоставляете? И они такие, типа, блин, а действительно, че это мы такое не предоставляем? И начинают все это разрабатывать, все эти порты, порты, все прочее, разумеется, сталкиваются с большим количеством проблем, поэтому, как я и говорил, что если вот какие-то скриншоты появляются, либо уже все сделано максимально вот много всего того, в общем-то, если появляются скриншоты, то, скорее всего, типа, сделано уже много всего. Либо же, если появляются эти самые скриншоты, то вполне возможно, что сделано вообще нихуя. То есть вот так, типа чел только начал делать, думает, блин, наверное, тут работы, знаете ли, на полсекунды, и начинает все это выкладывать. А по факту оказывается, что работы там, ну, знаете ли, на час, на два, на 10 лет, может быть, около того, и типа люди сидят такие, блять, когда же уже оно все выйдет? Типа, ну это что, это полный пиздец. И сидят, ждут там, вопрошают у остальных людей, мол, слушай, а
вот по Amazing RP там вышла новая новость. Давай, расскажи, что там вообще будет. Будет ли там вообще хоть что-то? Давай, ну рассказывай уже, ну что же там такое будет? Там мне пишут, может быть, каким-то еще вот этим вот всем новостным ютуберам по мобильному вот этому всему GTA Sampo, да и просто по GTA Sampo, разумеется, у меня тут новости абсолютно точно по всему. И Amazing RP, я не знаю, что это за проект, если честно. То есть, если про Redmir Mobile, Redmir RP я знал хоть что-то и мог предположить вообще, что там будет, то, ну, типа такой, я могу сказать, что, скорее всего, этот самый порт Amazing RP, он будет, знаете ли, ну, вот просто как дополнительный вариант зайти на вот этот вот самый проект. То есть, не основной вариант, а вот у тебя есть, допустим, на компьютере там бизнес, машина, все. То есть, то же самое практически, что и там, я не знаю, на каком-нибудь Redmir Mobile будет, я уверен, или, типа, практически то же самое, что будет на Arizona Mobile. То есть, вот как-то так все это и происходит. По-другому, ну, я фиг его знаю. То есть, работа должна проходить просто колоссально для того, чтобы вот этот вот весь мобильный порт, он работал примерно вот на уровне вот этого всего ПК, сервера, ПК, вот этих вот всех прочих вещей. То есть, постоянно люди, когда вот все это делают, они сталкиваются с крашами. То есть, не то, что там, знаете, неразделенная любовь или вроде того, а просто какие-то непонятные ошибки, проблемы и так далее. Казалось бы, то есть, вроде как все работает, вроде как все сделано, а вот запустишь это все для всех, все будут ездить, все будут там ходить и так далее, и оно все вылетает. Или, я там не знаю, ты ездишь, и оно через там, я не знаю, полчаса вот этой вот всей езды, ходьбы, всего прочего, оно также вылетает. И что делать в таком случае? Никто не объясняет, никто ничего не говорит, и они там перерывают весь этот мод, код вручную, типа такие, блин, да чё ж тут сломалось-то, чё ж тут такое вот не работает. В целом, если честно, то подождем. Вот, то есть, поживем, увидим, посмотрим, какие дальше будут новости по поводу всего этого Amazing Roleplay. Если не хотите ничего пропустить, если вам, типа, лень заходить куда-нибудь, там, я не знаю, в новостные издания, в новостные сводки по типу Life Mobile, там, какого-нибудь Life Sampo, каких-нибудь вот этих вот всех прочих агрегаторов новостей, то можете подписаться на один единственный мой агрегатор новостей, потому что в нем столько всего будет, то есть абсолютно все новости, там, знаете, GTA Samp на компьютер, GTA Samp на телефон, GTA KRMP на компьютер, GTA KRMP на телефон, только вот сборок GTA Samp я не делаю, хотя они вроде как хайповые получаются, может быть стоит сделать, а может быть стоит и не сделать, особо сильно тут ты не поймешь, что делать, а что не делать. В любом случае, подписывайтесь на мой вот этот вот весь канал, тут как бы будет еще много всего происходить, как вы можете понять, там, знаете ли, вот тиктоки у меня тут будут выходить на моем канале, новостные сводки, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод NoToxic54, как бы понимаете, на Arizona Roleplay Phoenix, а также мой никнейм Dante Connor, а также все прочие вещи, они будут находиться в описании данного видеоролика, вы туда заходите, там все это смотрите, там все это проверяете и такие типа, блин, а промокод-то неплохой, да. А по поводу Amazing RP я могу сказать только одно. Поживем, увидим, что у них там вообще такое будет. Также в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, типа там, знаете, можете зайти, узнать, познать, там что-нибудь еще, допустим, вот такое все сделать. И не только, еще там много всего может как бы, ну, быть, наверное. Или может, допустим, не быть. Спасибо за просмотр и, разумеется, до свидания, пока. Пока, до свидания всем, наверное.